Дорогие соотечественники, дорогие друзья, разрешите вас поздравить искренне от всего сердца с наступающим Новым годом. Мы всегда вместе с Новым годом ждем какого-то необыкновенного чуда, какого-то сверхсобытия, которое принесет нам что-то светлое, доброе, радостное. И, конечно, я думаю, если мы всем народом вместе будем ждать такого необыкновенного чуда, то он обязательно состоится. И будущий год принесет нашей стране, нашему народу небывалые успехи, достижения и, конечно, самое главное, мир и согласие. Я хочу, чтобы в каждом семье, в каждом доме царило благоденствие, чтобы дети росли на радость родителям, чтобы родители любили своих детей и делали все возможное для того, чтобы они стали более образованными, более культурно воспитанными. И в этом, наверное, будет очень помогать телепрограмма, которая проповедует и пропагандирует науку, знания. И я хочу, чтобы благодаря этой телекомпании мы расширяли свой кругозор, воспринимали события, которые происходят в мире, через научную призму, чтобы мы не переставали учиться и познавали мир как можно лучше. С Новым годом вас, дорогие друзья! По-настоящему больших успехов, здоровья и счастья!